Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 29-й урок по игре на пианино. Сегодня мы по вашим просьбам разбираем, как играть на пианино красивую песню под названием «Прекрасное далеко». В левой руке нам встретятся с вами септаккорды, которые мы проходили с вами на прошлом уроке. Вот ссылка сейчас появляется наверху экрана. А также нам с вами встретятся новые обозначения аккордов, которые мы сегодня с вами должны пройти. Вспомните, пожалуйста, нашу тему, которую мы с вами проходили, обращение трезвучий. Вот сегодня как раз-таки в левой руке нам с вами встретится обращение трезвучий. Итак, давайте вспоминать. Смотрите, вот, например, наш аккорд ре минор. Давайте его запишем. Ре, фа, ля. Аккорд ре минор. Он обозначается Д, М. Теперь давайте запишем обращение этого аккорда. Нотку Ре мы запишем на октаву выше. То есть Фа и Ля мы оставляем. Фа, Ля, а Ре запишем вот здесь вот. То есть, по сути, это тот же самый аккорд. Ре минор, да? Смотрите, Д, М. Только мы его записали от нотки фа. И как будет обозначаться этот аккорд? ДМ, ставим черту и пишем название ноты фа. F. То есть, если вы увидите вот такое обозначение аккордов, то вы будете знать, что это аккорд ре минор, только он играется не от ре, а от фа. Теперь следующее обращение. Ля, ре мы оставляем, ля, ре, а фа переносим на октаву выше. По сути, это опять тот же самый аккорд ДМ. Звуки все сохранились, мы просто поменяли их местами. То есть это то же самое ДМ, только начинается от ноты ля. Ставим черту и ставим обозначение буквы ля, то есть А. То есть ДМ, черта и А. Теперь давайте наш любимый аккорд до мажор. До, ми, соль. Как он обозначается? Буква С. Теперь возьмем обращение этого аккорда. Ми, соль, а до переносим выше на октаву. Ми, соль, до. Как будет обозначаться этот аккорд? С, дробь, и начинается этот аккорд с ми. Значит, здесь будем ставить ми. Буква Е. И еще одно обращение этого до-мажорного аккорда. Это соль, до, ми. Обозначается С, черта и соль. Г. То есть аккорд до мажор, но взятый от нотки соль. Это, друзья, называется обращение трезвучий. Вот сегодня нам с вами в левой руке эти аккорды встретятся. Ну что ж, давайте приступим к разбору. Итак, друзья, смотрим в ноты. Наш любимый размер 4 четверти. Начинается мелодия из-за такта с двух коротеньких нот до и ре. Это 2 шестнадцатые. Давайте будем считать таким образом. Раз и два и три и четыре и. 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 Раз и два и три и четыре. Раз и два и три и четыре и. Раз и два и три и четыре. Раз, два, три, четыре. Раз и два и три и четыре. Раз, два, три, четыре. Давайте на этом остановимся и посмотрим, как играется в левой руке. Вместе с левой рукой вам должно быть играть легче. Почему? Потому что левая рука будет служить здесь нам в качестве метронома. Смотрите, мелодия начинается с двух шестнадцатых, да? И вот на ми, на сильную долю, у нас идет аккорд ля минор. Ля, до, ми.
На мой взгляд, вот здесь вот не очень красиво звучит. Давайте все это поднимем на октаву выше. Вот здесь намного звучит нежнее и, на мой взгляд, красивее. Итак, смотрите. Вот на ми в правой руке идет аккорд ля минор. И мы этот аккорд будем играть 4 раза. Раз, два, три, четыре. То есть, смотрите, размер 4 четверти, и на каждый счет у нас будет играться аккорд. Что получается? Смотрите. Вот, дальше такт меняется, и в левой руке идет то обращение ре минорного аккорда, которое мы сейчас только что с вами проходили. Ля, ре, фа. Это тот же самый аккорд ре минор, ре фа ля, только мы его играем от нотки ля. Получается очень удобно. Смотрите, до этого мы играли ля до ми. Теперь от этой же нотки, от ля, играем ля ре фа. 4 раза. Давайте сначала попробуем. Три, четыре, дальше. Друзья, немножко скажу по поводу педали. Значит, здесь можете смело подключать педаль. Правой ногой нажимаете на правую педаль. И смотрите, правило такое. Когда меняется гармония, меняется аккорд, тогда вы меняете педаль. То есть смотрите, вот вы нажали на сильную долю. На сильную долю нажимайте. Вот нажали. И вот здесь вот надо поменять педаль. Так, идем дальше. Дальше из-за такта. И вот здесь вот на ре нотку правой руки у нас идет аккорд соль диез минор. Смотрите, соль диез, си, ре диез. Но здесь у нас стоит 5 минус. Это значит, вот этот квинтовый тон 5 мы понижаем. Что получается? Соль диез, си, ре. Давайте еще раз сначала. Меняем педаль и аккорд. Дальше. Значит, здесь в этом такте идет 2 аккорда соль диез си ре, и дальше идет септаккорд от ми. Ми, соль диез си ре. А в правой фа. Давайте еще раз этот кусочек. Здесь нужно поменять педаль. И дальше ля минор. По идее, 4 аккорда мы должны сыграть, но на 4-й аккорд здесь опять-таки перестановка. Смотрите, играем 1, 2, 3, и вот 4-й аккорд у нас идет до мажорный аккорд, только от соль, соль до ми. Что получается? 1, 2, 3, 4, и дальше идет фа, фа мажор в левой руке, фа, ля, до. Так, 2 аккорда фа мажор и дальше 2 аккорда соль мажор. Дальше до мажор. Дальше ре минор. Дальше идет си, ре диез, фа диез, ля. Это септаккорд от нотки си, да? Малый мажорный септаккорд. Давайте еще раз. Септаккорд и септаккорд от ми. Друзья, если вы хотите повторить, как строить септаккорды, посмотрите прошлый урок, пожалуйста. Давайте еще раз закрепим с вами куплет. Итак, смотрите, из-за такта до ре и на ми идет 4 раза аккорд ля до ми, ля минор. Давайте еще раз. Ре минор, соль диез си ре, дальше септаккорд на фа, ля до ми,
переход, фа мажор, соль мажор, до мажор, ре минор, си мажор, ми мажорный септаккорд, ми, соль, диез, си, ре. Итак, подобрались к припеву. Давайте сначала правую руку. Смотрите, здесь идет подголосок. Смотрите, ми, до, и здесь играет со секстами, да? Для того, чтобы упростить, нужно просто играть только верхнюю ноту. Смотрите, ми, до, то есть мы не будем с вами играть интервал сексту, а играем только верхнюю ноту. Что получается? Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, 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 раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Кто может осилить играть интервалами, попробуйте. Сексты, дальше, квинта, кварта, секунда. Терции. И так далее. Давайте посмотрим, что у нас в левой руке. Начинается с аккорда ля минор. Ля, до, ми. Дальше ре минор. Дальше ми, соль, диез, си, ре. Это септаккорд от ми. Дальше ля, до, ми, ля минор. Дальше септаккорд от ре. Ре, фа, ля. Это минорное трезвучие. И плюс еще четвертый звук. Это септаккорд. Давайте. Дальше до мажор. Соль мажорный септаккорд. Соль, си, ре, фа. Доминант септаккорд от соль. До мажор, дальше ми, соль, диез, си, ре, это септаккорд от ми, ми, соль, диез, си, ре. Дальше. Ре минор. Дальше ми, соль, диез, си, ре. Фа, ля, до. Ре, фа, ля. Ля, до, ми. Дальше септаккорд от ми. И ля, до, ми. Давайте с вами еще раз закрепим припев. То есть начинается из-за такта ми, и вот на до начинаем играть аккорды. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, раз, два. Итак, друзья, если вы будете подключать педаль, то запоминайте, что на каждую смену аккорда, на каждую смену гармонии
педаль нужно менять, чтобы не было это грязно. Надеюсь, у вас получилось. Если возникли какие-либо вопросы, спрашивайте в комментариях, всегда вам отвечу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жду вас на моих следующих уроках. До свидания!